Добрый вечер, дорогие телезрители канала «Самара ГИС». В студии Алексей Зюзин. В эфире проект «Жигулевские ворота». В этом году мы вместе с вами отмечаем столетие самарского футбола. Наш канал посвятит этой знаменательной дате ровно 100 выпусков программы, каждый из которых будет длиться ровно 100 секунд. Давайте вспомним о знаковых футбольных событиях, датах и именах вместе. 7 апреля 2004 года на стадионе «Металлург» впервые в истории самарского футбола зрители увидели уникальный видеорепортаж из раздевалки. Первыми в России, а именно на матче «Крылья Советов Амкар», самарские болельщики смогли прикоснуться к неведомому. В раздевалке хозяев была установлена видеокамера, которая несколько минут проецировала на табло события, происходящие в святая святых команды. Под впечатлением от увиденного болельщики, которых в этот раз собралось меньше обычного, даже запустили волну. Волжане в тот день довели игру до победы, однако далось им это нелегко. Сдержанные 1-0 на табло и уникальная память о реалити-шоу в перерыве. А теперь, по уже сложившейся традиции, вопрос от нашего земляка. Проверьте свои знания в истории футбола. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. В каком году игроки «Крылья Советов» сыграли свой первый матч в Кубке УЕФА? Правильные оперативные ответы принесут вам ценные призы. Полная информация на сайте samaragis.ru. До встречи.